Вот уже который год неразлучные друзья строят собственный бизнес, и, вопреки всем законам логики, они умудряются создавать здоровую конкуренцию лучшим поварам. Работа в ресторане Клод Мане уже позади. Ребята совсем позабыли о том веселом времени, ведь сейчас их жизнь гораздо интереснее. Особенно после того, как в жизнь Феди ворвалась нежданная гостья. Если говорить о продолжении комедийного сериала «Синя Федя», то следует учесть коронавирус, который вновь может повлиять на съемочный процесс. В настоящее время известно, что руководство проекта планирует выпустить новые серии, а именно 5-й сезон сериала «Синя Федя» в начале следующего года. Скорее всего, премьера состоится в феврале 2021 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.